Доброй ночи. Это не повторится. Я облегчу ваши страдания. Причина. С кем ты тренировался? Ага. Видать, все в конкурсе среди городских литей. Атлетики самые. Хорошей новости, Эцио. Актриса Лисистрата сейчас будет давать представление. Она знает, что лучше ей оставаться в тени. Но тщеславие, видать, взяло верх. Пойдемте. Теперь она от нас не уйдет. Права на ошибку больше нет. Помни об этом. Да, наставник. Теперь я буду ждать хоть целый год. Надеюсь, до этого не дойдет. У нас много дел. Она смела. С этим не поспоришь. Смелость – часто признак слабости. Истинный мастер не идет на пустой риск. Вы подождете здесь или сделаем это вместе? Я же сказал, без пустого риска. Идем вместе. Если не ты, так я. Ей конец. Пили. Нам женская скромность. Тогда ваше дело не шансов. Какого хрена? Пора валить и быстро! Какого дьявола? Пощади меня! Ты исполняешь свой долг, ассасин. Но с такой отстраненностью, что мне тебя жаль. Жизни, за которые ты сражаешься, тусклы и слабы, в них нет блеска. Какой унылый мир был бы вокруг, если бы все стало по-вашему. Реквескат импаче. Мы привлекли внимание. Уходим. Сейчас. У него замор. Благодарю за вашу доброту. Спасибо. Если вы, граждане, не поможете наместникам Византии... Быстрее! Он отрывается! Бежишь домой к своей мамочке? Никакой! Вот вы!
когда в последний раз были у врача, чтобы он вас как следует осмотрел? И что? Виноват, ухожу. Пройти мимо моих товаров и даже не взглянуть на них. Преступление. Наставник, можно вас на минуту? Есть просьба. Я тебя слушаю. Сегодня кто-то угрожал местному печатнику, и кажется, это не шутка. Думаю, тамплиеры хотят его убрать. Я хочу, чтобы его враги обнаружили себя, делая вид, что провожаю его на новое место. А чего ты хочешь от меня? Вы будете тайком сопровождать нас. Мы будем на виду, а вас видеть не должны. Molto bene. Чужаки открыто размахивают оружием. Будьте рядом и убивайте всех тамплиеров. Они идут повсюду. Я же простой человек! Помогите! Пощадите меня! Я же простой человек! Я же простой человек! Ходил мимо! Ты нормальный, понимаешь? Убийца! Бегите! Oh!
Пожалуйста, защитите меня! Какого я чёрта? Же простой человек! О, Боже, защитите меня! Я же простой меня. Человек! Нет. Я в этом не участвую! Защитите меня! Я же простой человек! Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Пощадите! Отойди, ассасин! За его голову назначена награда. Я не стану молчать! Не стану! А вот и он. Слава богу, что вы здесь, друг. Отойди, ассасин! За его голову назначена награда. Я не стану молчать! Не стану! Предлагаем лучшие снадобья! Не улыбайте мне, Фенди! Пожалуйста! О, Боже! Спасаю тебя, кретин! Я просто проходил мимо! Ты нормальный, язык, понимаешь? Сиди тут и не высовывайся. Другу нужна помощь. Он... убийство! Назад! Что случилось? Кто это был такой? Просто зверь, да? Никогда не видела, чтобы тамплиеры так дрались. Сегодня я лишь чудом не отправилась на небеса. Не расслабляйся. Он вернется. Зачем же так грубо? Джорно, как идут дела на новом месте? Делаю все, что могу, Эцио. Но за этим опасным районом следить непросто. Опасным? Что случилось? Несмотря на наше присутствие, деньги тамплиеров делают свое дело. Многие торговцы все еще берут взятки. Даннациона. Нам надо поговорить с людьми и понять их настрой. Вьени. Большинство продавшихся тамплиерам торговцев – греки. И я вполне понимаю, почему они сделали такой выбор. Честно говоря, я тоже не удивлен, Эфенди. Вряд ли можно требовать от людей любви к их завоевателям. Но как они имеют право требовать от атаманов достойного обхождения, так и византийцы обязаны ограждать невинных от беды. Поддерживать это зыбкое равновесие непросто. Так что порой мы невольно будем спотыкаться. Помогите!
Сейчас. Не убивай. Тебе бы в танцора пойти. Да хранит и направит тебя, отец, понимание. Неплохая выручка всего за один день. Да какое твое дело, как я зарабатываю свои деньги? Я забочусь о своих соседях, а они платят мне тем же. Тебе всеблагой Господь своей благодатью, брат. И он тоже отхватил изрядно. Салюты, амико. Прости мое любопытство, но что означает герб на этом сундуке? Это печать Теодора Камненоса. А он твой покровитель. Покровитель? Охи! Он мой друг, соотечественник. Один из богатейших людей в районе. Даже при новых хозяевах. Понятно. Грация. Ну, что скажешь? Заглянем к этому Теодору. Мне это не по душе, Эцу. У нас нет причин. Пока нет. Я сам совершенно не хочу кровопролития. Но если за всем этим стоят тамплиеры, наш выбор будет невелик. Сюда. Схемы этих тамплиеров выше моего понимания. Но с тех пор, как я пришел в их компанию, они постоянно тянут с меня деньги. Перо мне! Сейчас же! Я им сейчас напишу все, что я думаю по этому поводу. Причем в самых резких выражениях. Если их это не проймет, я уж не знаю, что и делать. А вот и он! Слава богу, что вы здесь. Дерьмо! Я в этом не участвую. Пощади! Я же никто! Катара!
Только нам разрешено здесь убивать. Найти того, кто это сделал. Всех тут перетрясти. Эй, ладно, я сваливаю отсюда. Аман, будь по-твоему. И да придаст он вас. Рано это не надо. Я ни при чем. Так, ты меня разобьешь. Отпустите меня. Пожалуйста. Стойте. Пожалуйста, не надо. Я ни при чем. Ты нормальный язык, понимаешь? Теодор, бонджорно. Вы кто такой? В последнее время вы буквально сорили деньгами. И ассасины хотели бы знать, кто обязан вашей щедрости. Ассасины? Вы? Вы оба? Тише, эфенди. Мы не тронем вас. Я не хочу умирать. Пожалуйста, пощадите мою душу. Это все тамплиеры. Они совратили меня, но я добрый человек. Последи пока за ним. Когда он кончит психовать, мы поговорим. Новое ртутное средство от людей. Удача! Сиера, вы видели здесь буквально минуту назад. Она покупала масла и пряности. Какие? Так, сейчас. Масло грецкого ореха, кардамон, дурман. Дурман – смертельный яд, добываемый из цветов. Возможно, я ее выслежу. Ну как, наставник? Что вы видите? Мельчайшие следы происходившего. След здесь, волосок тут. Знаки, запахи. Мои чувства куда тоньше, чем у многих. Сюда. Мы уже близко. Кажется, сюда. А, Си. Она была здесь несколько минут назад. Я укроюсь, а вы выкурите ее. У вас что-то болит, друг? Она. Даннационе. А вы знаете? Долг всех верных граждан помогать наместникам Византии. Лучше цен, чем у меня, вам не найти, друзья. Эй, тут вообще-то еще люди! Осторожнее! Сукин! Что ты делаешь?
Совсем ты заблудился? Тебе показать дорогу? Что за дело? Помогите кто-нибудь! Тут дело серьезное! Что за дело? Что-нибудь? Почему все так взволнованы? В чем дело? Вы поперхнулись? Завладел Люцифер. Да тише! Дьявол! Что ты делаешь? Ах, так умерла еще одна несчастная цыганка. Об этом ты сейчас думаешь, ассасин. Может, в душе ты жалеешь меня? Тогда оставь меня, ибо я презираю твою жалость. Я... брала то, что было моим, невзирая на все препоны и ненависть. Я жила, как хотела. Реквиеска Тенпаче. Ты заблудился? Тебе показать дорогу? Гляди, язык почернел и распух. Черт! Я что надо? Убийство.